Друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір. Зараз до нас, до студії, завітала Юлія Іорш, керівник Національного центру психологічної підтримки людей у скорботі. Зараз трохи така буде серйозна та навіть нелегка тема. Доброго ранку, але все ж хотілося б дізнатися детальніше про цю тему. Хотілося б запитати, яка дійсно надається професійна психологічна допомога людям, які втратили близьку людину? И расскажу, почему вообще эта тема изучается специалистами, почему этому придается внимание. Дело в том, что процесс горевания или скорби, связанный с утратой близких, это процесс, который проходит каждый человек в своей жизни. К счастью или к сожалению, этого не избежать никому. И ученые исследуют процесс реакции в связи с тем, что не всегда этот процесс происходит естественно, и адаптация к жизни после утраты не всегда происходит с сохранением всех функциональных особенностей, которые присущи человеку в его повседневной жизни. Это сложно, да, мы теряем близкого, и наш мир очень сильно меняется. Вот. Но история показывает о том, что большая часть, к счастью, в процентах, это 65% людей, проходят процесс естественно, то есть адаптируются к утрате естественным образом и восстанавливаются, научаясь жить заново. Однако есть и люди, которым это удается не так легко, не так ровно, и которые испытывают... В чем наибольшая складність? Людей, яким дається це не так легко. В чем наибольшая складність? В том, что человек не может адаптироваться без ушедшего близкого. В том, что очень сильны связи. В том, что, возможно, что-то вообще... В утрату человек входит таким образом, в переживание утраты, со всей своей историей, то есть со всем своим состоянием, которое было до потери. Потеря может быть разная, это может быть случайно, это может быть, человек мог долго болеть, но это всегда очень болезненно и всегда это, безусловно, трагическое переживание. Если говорить о проекте в целом, безусловно, специалисты в Украине занимались этим всегда, помощью людям, особенно учитывая события последних 6 лет. И активно очень многие наши коллеги занимались поддержкой семей военнослужащих в первую очередь. Да? Ну а мы берем более широкий аспект, поскольку действительно тема, которую не может обойти никто. Более года назад мы начали сотрудничество с университетской клиникой Ахершус в Осло, которая предложила нам адаптировать в Украине авторскую модель 8-шаговой программы помощи людям в утрате. Это модель, которая предполагает восстановление, пошаговое восстановление целостности мировосприятия физического, эмоционального, психического, поведенческого состояния людей, переживших тяжелую утрату. Тяжелую утрату – это утрата близких членов семьи вследствие смерти. Наш проект предполагает несколько направлений. Это непосредственная клиническая деятельность, то есть помощь людям в индивидуальных консультациях, и большей частью ориентирована больше на групповую поддержку, потому что это авторская модель, она предполагает именно работу по программе групповой поддержки. А чему самая группа? Это людям так простіше разделить свои горы, співчуваючи іншому, кто в такой же ситуации? Безусловно, именно так, потому что тяжелее всего переносят потерю люди, которые на момент утраты были лишены социальной поддержки. По разным причинам. Да? То есть бывает, что у человека просто никого не оказалось рядом. Бывает, что человек близкий ушел таким образом, что человек переживает, члены семьи переживают смешанные чувства об этой утрате. Да? Бывает, что не с кем поделиться. Потом много переживаний о том, я не хочу других нагружать своими проблемами. И человек остается один на один. И мы знаем с вами о том, что на сегодняшний день стресс
Правильно, у нас настолько высок, что люди действительно переживают о том, чтобы делиться и добавлять друг другу еще тяжелой информации. Поэтому человек остается со своими переживаниями один и зачастую от них убегает. Эти группы дают возможность соприкоснуться с необходимыми переживаниями и трансформировать эти чувства с тем, чтобы перейти на новый этап, с тем, чтобы возобновить свои связи, свои контакты с миром, возобновить новое ощущение себя, отстроиться заново. Ну, я так, якщо я правильно зрозумів, уся програма, всі 8 кроків направлені на те, щоб дати людині зрозуміти, що на цьому життя не закінчилось. Так, болісно, так, не вистачає, проте ти мусиш жити і далі. Іменно ми всім говоримо фразу о том, що ніхто не зможе ніколи забрати у вас эту боль. Угу. Но можна постепенно научиться с ней жить. И люди, когда приходят вначале к нам за помощью, боль — это вся их жизнь, да? И постепенно, шаг за шагом, поскольку эти встречи, они достаточно на продолжительное время рассчитаны, около полугода мы встречаемся с разницей в 3 недели. И зачастую к концу работы группы люди имеют совершенно другое состояние. Эффект, конечно, замечательный. И если придя, боль — это вся жизнь, то уходя, люди, может быть, имеют ту же концентрацию на боли, но вот уровень жизни вокруг этой боли может вырасти. А які методи застосовують при роботі з такими людьми? Це психологія, звичайно? Безусловно, безусловно. Це професіональна психологічна допомога. Це наступне направлення, о котором я хочу розказати, тому що, вірніше, воно було ізначально. Ми почали з образовательного направлення. В течение года ми обучили цій програмі більше 500 студентів, які сертифіцировались. Ми спочатку були немножко розтеряні, тому що ми почали с одними планами. Карантин, как всем в Украине и в мире, их подкорректировал, но тем не менее мы перестроились очень динамично и благодаря выходу в онлайн-пространство смогли получать, во-первых, образование из первых рук непосредственно от авторов метода, во-вторых, охватывать большую территорию по всей Украине и даже наших соотечественников за рубежом. То есть у нас обучались психологи всевозможных национальных общин, которые в других государствах. Ну, вот таким вот образом, да. Хотілося б запитати, скільки вже людей скористалися допомогою вашого центру та ваших фахівців? На сегодняшний день, если говорить о непосредственно клинической помощи, это, вы знаете, честно, не подсчитывали, потому что у нас сейчас стартовала программа помощи начинающим тренерам, психологам, которые прошли обучение по регионам. У нас есть отдельный проект, когда мы обучили психологов работать в этой программе и создали им возможности для работы в регионах со своими группами. На сегодняшний день уже Харьков, Киев, Запорожье, Львов, Кривой Рог — это регионы, где работают тренера, обученные по этой программе. Почему? Студентов больше и работает больше, но речь идет о безоплатной помощи, потому что этот проект спонсируется Королевством Норвегия, это проект международный, между Минюстом Норвегии и Минздравом Украины, и есть возможность безоплатной помощи людям в регионах Украины. Пані Юля, хочеться повернутися до цієї програми восьмикрокової. Розкажіть докладніше про кожний із кроків. Як відбувається реабілітація? Программа основывается на теории привязанности. И мы говорим о том, что когда уходит дорогой нам человек, близкий человек, который составлял большую часть нашей жизни и воспринимался как часть меня. Безусловно, часть меня — это часть меня изменяется. Ее нужно восстановить, эту целостность. Поэтому программа построена таким образом, что шаг за шагом мы соприкасаемся с каждой частью этой проблемы, этого кризиса сложнейшего в жизни. Мы изначально знакомимся с теориями, да, о том, как вообще в мире происходило изучение этого вопроса.
очень важная часть нормализации, потому что с людьми в первые 6 месяцев после утраты происходят ощущения, чувства, мысли, которые им до сих пор не были знакомы и привычны. Это очень тяжелое переживание. Люди пугаются, естественно. И в этом смысле очень важно нормализовать эти процессы, объяснить, что есть норма и что пройдет, и когда может пройти. И зачастую это вызывает большое облегчение и дает большой ресурс. Когда человеку уже стало немножечко легче в этой части, можно подойти к следующей, к соприкосновению непосредственно с эмоциональной частью переживания. Есть такое понятие, как работа горя. То есть как работа горя. То есть горе есть не состояние, когда ты безучастен, а горе есть процесс. Это терминология специалистов, которые изучали, принятая, да, одна из, о том, что у горя есть определенные задачи. То есть задачи по тому, чтобы реструктурировать личность после утраты для того, чтобы выйти в новую жизнь по-новому, да, пережить, адаптироваться после произошедшего. Когда человек имеет возможность соприкасаться со своими эмоциями, опять же, какие техники используются, и когнитивно-поведенческая, в первую очередь, психотерапия. То есть это чем отличен метод? Тем, что мы набираем и обучаем уже работающих, готовых специалистов, психотерапевтов. Люди, которым эта техника, эта практика, этот авторский метод ложится на очень хорошую базу. То есть у нас очень хорошие специалисты. Ну, я от спілкуючись з вами, я в цьому ні в якому разі не сумніваюсь. Мені от ми намагаємося робити кожний наш прямий ефір максимально корисним для нашого глядача. І якщо в житті все буває, на жаль, якщо зараз нас дивиться людина, у якої сталося горе, утрата, перш за все, що її вражає, це страх, наскільки я зрозумів. Страх, тревога, как я справлюсь, что будет дальше. Но что будет дальше, это на самом деле уже такие мысли, которые уже говорят о том, что есть ресурс у человека, потому что бывают состояния, когда вообще непонятно, как быть, да, я не могу там совсем ничего из того, что раньше. И тогда что нужно? В первую очередь, правило, если говорить о самом начале, вот наш проект, он ориентирован на более позднюю помощь, но если говорить о самом начале, важно в первые 7-10 дней выдержать максимально, насколько это возможно, покой и контакт с воспоминаниями об ушедшем. У других народов есть, например, у иудеев, есть прекрасная традиция, которая называется шива, когда люди 7 дней каждый день посвящают ушедшему, то есть собираются все близкие, и каждый день они говорят о нем, они посвящают ему какие-то произведения там культурные, то есть они делятся воспоминаниями о лучшем, может быть, не о самом лучшем. Ну, то есть вот эта вот емкость времени, которая посвящена контакту. На самом деле это не так просто, потому что эмоциональный уровень очень высок, и зачастую невозможно соприкоснуться. Хочется, наоборот, убежать в деятельность, убежать, хотя, может быть, и сил на это нет. Но если есть возможность побыть вот в этой тишине и контакте с мыслями об ушедшем, то это, как правило, очень позитивно влияет на весь процесс адаптации в дальнейшем. Тобто, наскільки я зараз розумію, ми розвіяли певні стереотипи, що від такого емоційного подавленого стану люди і зазвичай втікають, а треба все ж таки в ньому побути і зрозуміти його, так? Якось пропрацювати. Ну, смотрите, є, звісно, різні к этому подходы, если совсем, то есть если говорить о работе специалиста, специалист смотрит на состояние человека и в зависимости от этого применяет различные подходы. Проблема в том, что у нас, к сожалению, исторически культурно сложившиеся традиции в отношении этих дней, этого времени и ритуалов, связанных с уходом близких, они утрачены. А там очень много ценного. Того, что позволяло людям по прошествии времени благополучно продолжать жить снова. Пані Юлія, тут ще є такий момент. Чи може ось цей стан згодом перейти в апатію і у тяжку депресію?
якщо вчасно не зайнятися. І чим взагалі скорбота відрізняється від апатії чи депресії? Тому що, ну, як на мене, то це, ну, дійсно дуже схожі поняття. Коли людина скорбить за своєю близькою людиною, яку вона втратила, то це вже, я думаю, схоже на депресію. Ну, звичайно, проявляється у кожного по-різному. Тут имеет смысл упомянуть такое понятие, как окно толерантности. У каждого из нас, в зависимости от эмоционально-психической организации, да, от нашего социокультурного наследия, личной истории, есть разная зона оптимального реагирования. То есть, когда наша зона активности оптимальна. И в состоянии стресса, особенно такого стресса, как утрата близкого человека, эта оптимальная зона значительно сужается. Верхняя граница этой зоны может выводить нас в состояние гиперактивности, а нижняя гипоактивности. То, о чем вы говорите, да, вот депрессия, апатия – это признаки гипоактивности. В зависимости от того, как человек себя проявляет. В разных, очень важно, кстати, вот мы тоже обязательно проговариваем это со своими клиентами, очень важно знать свои границы. Да? И те триггеры, которые запускают состояние либо гиперактивности, либо гипоактивности. Что касается разницы и возможно ли переход этого состояния в депрессию, безусловно, возможно. Вообще на протяжении 6 месяцев после утраты депрессивные эпизоды в зависимости от особенностей личности возможны. Вопрос в том, во-первых, как они длятся и как они развиваются, если в этом патология, здесь должен давать оценку каждый следующий раз специалист. Mm-hmm. Во-вторых, как говорил Фрейд в своей работе «Горе и меланхолия», о том, что все-таки есть разница между классической клинической депрессией и состоянием депрессивным эпизодом, это называется mm-hmm. депрессивный эпизод, связанный с утратой близкого человека. И, как правило, эта разница в том, что когда это клиническая депрессия, то очень низкая самооценка самого индивида, который ее проживает, то есть плохой «я». Когда же это депрессивный эпизод, связанный с утратой близкого человека, то, как правило, это неприятие, направленное вовне, то есть весь мир плохой. Вот тут есть такая разница, да. Хотілося б запитати у вас, от ми вже почали цю тему, якщо чесно, я вже сама трохи починаю впадати в такий настрій роздумів, ну, тому що це дійсно дуже важко. Як вам щодня працювати з людьми, які, ну, приходять, аби їм допомогли? Вони дійсно просять допомоги, це їх в якомусь навіть моменті шкода. Як це впливає на ваш емоційний стан? Вы знаете, одним из таких очень важных элементов обучения в нашем проекте есть профилактика эмоционального выгорания для специалистов, которые работают вообще в сфере помогающих профессий в целом. Это и медики, и психологи, и педагоги. И в этой части очень важно проводить постоянную психоэдукацию в среде специалистов. И, безусловно, оказывает влияние очень сильное, поэтому важно знать основные приемы, которые позволяют сохранность профессиональную. Как вы користуетесь? В первую очередь границы. Да, то есть должны быть границы своей работы, границы работы и отдыха. Да. Нужно очень хорошо себя знать, чувствовать, понимать, где вот как раз где мое окно толерантности и где мне можно, а где нельзя больше. Да. Для этого важно иметь хороший контакт со своим телом, важно следить за своим здоровьем, важно хорошо знать первые признаки эмоционального выгорания, там есть четкие абсолютно, и соблюдать их. Вот. То есть нужно поддерживать себя в ресурсе обязательно. Ну, це обов'язково і, мабуть, на будь-якій роботі. Абсолютно, на любой роботі это очень важно, в роботі с людьми это особенно важно, да. Ну так, емоційне вигорання – це, на жаль, проблема
наша буденна, щоденна, я би так сказав. Да. Пані Юля, хочеться вас попросити на завершення, якщо все ж таки трапилося так, що нас дивиться людина, у якої сталася втрата, розкажіть, будь ласка, які робити перші кроки, аби не втрапити в тотальну скорботу, а якось намагатися себе вже тримати в тонусі. Как я уже сказала, важно быть с близкими. Очень важно, когда есть возможность поддержки, поэтому ее важно принимать, потому что многие не могут принять эту поддержку, закрываются. Важно принимать поддержку, важно быть в окружении близких людей. Смотреть фотографии, говорить об ушедшем, насколько это возможно, поддерживать себя физически, помнить о том, что если зачастую случается так, что вся семья переживает этот период, да, о том, что рядом со мной, там, допустим, мои дети, и они тоже как-то переживают это. Кстати, это тоже один из элементов. Наша программа предполагает помощь деткам и подросткам, переживающим утрату, о чем может рассказать наш специалист отдельно. Вот. И тут тоже есть моменты, когда переключать внимание необходимо, да, смотреть, если есть какие-то навязчивые мысли, есть много техник, которые позволяют справляться с этим, И именно этим техникам мы обучаем своих клиентов на занятиях. Я зрозумів. Друзі, нагадую вам, у нас у студії Юлія Іорш, керівник Національного центру психологічної підтримки людей у скорботі. Сьогодні говорили дійсно про важливе, тому що в житті кожного нас, хочемо того чи ні, але іноді трапляється так, що нас покидає наша близька людина. Проте слід пам'ятати головне, що таке трапляється і часто. Але все одно жити потрібно далі, життя продовжується, і не забувайте про себе в таких моментах. Підтримуйте один одного, сприймайте підтримку. Якби ви знали, скільки було витрачено часу, аби зробити для вас цей корисний матеріал, ви би точно підписалися. Якщо ви цього не зробили, от саме зараз підписуйтесь. І обов'язково не забудьте поставити дзвіночок, який нагадуватиме, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилася нова та цікава інформація, яка буде корисною для кожного з вас. Підписуйтесь і натискайте дзвіночок.